Интересная новость из США. Американцы снова удивляют. Житель Висконсина выиграл в лотерею $22 миллиона. Половину выигрыша он отдал из-за обещания, данного 28 лет назад. Для кого-то обещание, данное другу, оказалось ценнее многомиллионного выигрыша. Таковым оно оказалось для жителя Висконсина, Тома Кука, который договорился со своим другом Джо Финни, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной с другим. Договоренность скрепили рукопожатием. Спустя 28 лет Кук выиграл $22 миллиона в лотерею Powerball. Кстати, в странах СНГ IP-адреса крупных европейских площадок по размещению ставок в американские, германские, австралийские, канадские и другие государственные лотереи закрыты. В нашей группе Instagram я делал пост, как начать участвовать в лотерее из любой точки мира, и давал ссылки на сайты, где сам уже имею серебряный статус. Если интересно, думаю, вы сами найдете в нашей ленте или на сторонних ресурсах. Друзья Кук и Финни выбрали единовременную выплату наличными, из-за чего пришлось оплатить кругленькую сумму налогов, и на руки они получили по $5 700 000 на каждого. Правда, они пока не знают, куда вложить и как тратить свалившиеся деньжища. Однако один из них сообщил, что это лучший вариант выхода на пенсию. Такие они, жители Америки. А что вы думаете об этом? Как поступили бы с выигрышем? Напишите в комментариях и не забудьте подписаться. Всем удачи и больших побед!